на фюзеляже или там под крылом воздушного судна в турбине искать евреев. Вот вам сейчас смешно. Мне первый раз, когда я его видел, у меня тоже улыбка была на лице. Потом мне стало страшно. И туда заглядывают, да, и смотрят, есть там евреи или нет. Но над нами же весь мир смеется сегодня. Благодаря вот этим проходимцам.